два, три. Раз, два, три, два, два, три. Раз, два, три, два, два, три. Раз, два, три, два, два, три. То есть для собственного удовольствия. То есть кому-то нравится просто дискотеки, кому-то нравится, там, не знаю, батлы, там, или батлы, там, кому-то нравятся соревнования, кому-то что-то еще. Мне нравятся балы. А также балы нравятся и другим участникам, которые сюда приходят. К сожалению, не так много времени уделяется на подготовку, но новые танцы, без сомнения, будут. То есть каждый год я даю как минимум 2-3 новых танца, которые до этого в программе не участвовали. В этом году будет, скорее всего, что-то из вальса, который нам в этом году приезжал преподаватель из Москвы и дал несколько новых интересных вальсов. Парней нам очень не хватает, очень, их постоянно мало. Девушкам не с кем танцевать, и все, грустно, и они стоят все в уголке. Приходится еще искать партнерши, и с ними еще заниматься, потому что нужно время, больше времени, однако времени мало. Конечно, приходят к нам новенькие, но и то по одному, по два. В прошлом году, наоборот, было много мальчиков, и не хватало девочек. Сейчас, видимо, они испугались и ушли. Парней нам очень не хватает. Когда мы встаем в вальсовой позиции, нам даже приходится оставаться девочка с девочкой. Это не есть хорошо, потому что ну какой бал может пройти без парней? Я люблю танцевать. С детства люблю танцевать, и я решила записаться, ну, попробовать что-то новое. Мне это интересно, и хочется научиться все-таки танцевать этот вальс. Выучили, я знаю, польку. Контрданцу несколько штук выучили, но еще много работы, но я думаю, мы успеем. Если, например, времени мало, то где-то упрощают и ставят более легкие танцы, чтобы все могли освоить. Данное мероприятие я посещаю, потому что мне очень нравятся танцы, ну, исторические танцы, и так как я в детстве занималась танцами, то в том году узнала про то, что здесь будет проходить курсантский бал, решила попробовать, мне очень понравилось, вот решила еще раз прийти. Много девушек, есть симпатичные, есть милые. Можно с кем-то потанцевать, пообщаться, попрятовать. Мне очень нравится, я уже третий год подряд участвую. Мне прям очень нравится, это, ну, что-то новое, интересно окунуться в эту вот историческую атмосферу.